Присаживаться, уважаемые коллеги, на повестке дня нашего собрания три вопроса. Первый вопрос о мероприятиях, направленных на предупреждение и пресечение чрезвычайных ситуаций и правонарушений в период празднования Нового года и Рождества Христова. Второй вопрос об организации обучения по электробезопасности сотрудников Университета Дружбы Народов. И третий вопрос. После второго вопроса остается только хозяйственное управление. Они проведут выборы делегатов на конференцию 31 января 2015 года. Есть вопросы по повестке дня? Планируем работу закончить, наверное, в течение часа. Ну, прежде чем приступить к повестки дня, у меня, на мою долю, выпала приятная миссия поздравить наших сотрудников. На сцену приглашается заведующий общежитием номер 9 Кулешов Игорь Иванович. У него сегодня, дорогие друзья, поднимается Игорь Иванович, у него сегодня день рождения, сегодня у него небольшой юбилей. Мы его от души поздравляем, желаем его всего самого доброго и вручаем вот этот красивый букет. Спасибо. Так, мне выпала также честь вручить нашему горшку главного корпуса Орловой Людмиле Николаевне ценный подарок. Прошу, Людмила Николаевна, поднимайтесь сюда на сцену. Людмила Николаевна не приняла юбилей, и мы ее немножко сопоставим, но поздравляем. Мы уже, по-моему, третий год это делаем. В течение года многие наши сотрудники, которые являются членами добровольно-пожарной дружины, работают в университете по поводу обеспечения пожарной безопасности. И вот ректор подписал приказ, значит, мы должны сегодня поблагодарить за ту работу, которую они ведут в университете, вот, ну и поздравить. Значит, Ольга Викторовна, пожалуйста, вам слово. В течение 2012 года на территории здания ФРУДН проведена значительная работа по обеспечению противопожарного режима. Однако возникали чрезвычайные ситуации, последствия которых могли привести к пожарам и авариям. Но благодаря совместным действиям служб университета и других организаций, чрезвычайные ситуации были ликвидированы. И тем самым спасено имущество университета и арендаторов. И на основании вышеизложенного объявляется благодарность следующим сотрудникам университета. Бисеров Алексей Иванович, тьютор по работе со студентами, управление по работе со студентами. Бисеров Алексей Иванович, длительное время у нас был командиром добровольно-пожарной дружины. Значит, сейчас он завершает свою карьеру как командир, поэтому давайте его поблагодарить за ту работу, которую проводил в университете. Он туда был слышен. Желаем ему всего самого доброго. Награждается начальник главного корпуса Панасюк Людмила Ярославовна.
Б. Алексашин Сергей Николаевич. Награждается инспектор ОБП Воробьев Владимир Анатольевич. Награждается замначальника РСГ Газаев Алан Сосланович. Спасибо.
коллеги, у нас сегодня праздник, еще один. Управление социального развития празднует 15-летие со дня основания. И наши девушки, которым сейчас мы вручим грамоты, они находятся не только у истоков этого управления, они уже работают в университете почти по 50 лет, извините. Поэтому мы их сейчас поприветствуем. Вадим Павлович Синячкина, их начальника, к сожалению, сейчас нет. Он находится в отпуске. Но мы этих девушек давайте почувствуем. Спасибо вам за огромную работу, которую вы делаете в этом управлении. Пожалуйста. За многолетний плодотворный труд в РУДН и в связи с 15-летием управления социального развития награждается специалист по социальной работе Гореликова Изабелла Петровна. Марина Андреевна. Работе Савина Нина Степановна.